Более 50 работ школьников Ленинского района стали экспонатами вернисажа детского творчества. Через призму своих полотен и поделок ребята постарались показать свое особое отношение к искусству. В каждом портрете, натюрморте, пейзаже чувствуется тонкий вкус и особый подход. Все как у настоящих мастеров кисти. В своих работах дети приоткрыли занавес в свой внутренний мир, показали свое отношение к окружающему миру. Здесь вы видите работы разных жанров. Есть и портрет, и пейзаж. Особый интерес у детей, я смотрела, вот когда мы оформляли выставку, вызывают куклы, наверное, вот возраст у них такой особенный. И действительно, в работах так много магии, красок и цвета, а еще необычных сказочных образов. Это, наверное, то, чего не хватает опытным взрослым в их серьезном мире. Видеть необычное в обычном, а еще глубоко чувствовать происходящее и замечать малейшие детали и эмоции. Это наша выставка направлена как раз на то, чтобы показать потенциал наших учащихся, чтобы заразить, наверное, желанием творить и оставшихся членов коллектива. Арт-пространство Пушкинской библиотеки на время стало площадкой обмена творческой энергии. В качестве дополнения к вернисажу ребята и педагоги организовали настоящий праздник, пусть и не в таком расширенном формате. Пандемия вносит свои коррективы. Здесь звучало слово, звучала музыка, удивительная, чарующая, погружающая каждого гостя в сказочную атмосферу. Правда, такой формат ожидал лишь тех, кто пришел на открытие. Что же касается самой выставки, то ее двери открыты для всех желающих до 28 февраля. Вход свободный.